И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димон Покемон, Серега и Назар. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, карта у нас Балди, как и обещали, будем играть в прятки. И Димончик первый нас будет искать. Всем привет. Привет. Здорово. Ребята, если вы кушаете и пьете, приятного аппетита. Мы разбегаемся в разные стороны по углам. Конечно, нычек мало здесь, но мы найдем, где запрятаться. Я буду скраб бэйби. О, да, бери больших, потому что больших не надо, маленьких не надо брать. Так. Так, сейчас, ребята. О, еще один шкет. Собачий патруль ходит в школу. У меня есть одна идея, как заныкаться, но он меня там сразу найдет. Он очень хорошо ищет. Очень хорошо. Ну что, у вас долго там? Сейчас Димончик остался. О, я нашел нычку, отлично. Все, я заныкался. Возьму базуку. Ага, куда пошел, малявка? Мочи, мочи, Димон. Нашел? Стоять. Да, я не даю выйти. Так, я не могу его убить, это странно. Так, давайте вот этого возьмем. Чубрика, он вроде убивает с первого раза. Так, а я наблюдаю, я даже увижу, когда ты зайдешь в класс. Ну что ты там, гуляешь? Вот, теперь я вижу дверь. Так, давай, погоня. Есть! Опа, блин! Назардушка! Проиграл! Ладно, беру скрабэйби обратно. Не переправиться или искать? Не-не-не, ищи с Димоном. Со мной будешь искать. Ищи. Димона тяжело найти будет. Мне тяжело? Угу. Да не, вы чё, я уже одного нашел. Да не, а других ты не найдешь. Кого других? Ну, у меня и Сережну. Да не, чё, я вас найду. Так, я тебя, Димон, слышу, где ты ходишь. Возле меня, кстати. Так, ладно, я на уличке погуляю. У тебя коньки поломаны, смажь их, палишься, Димон. Так, я специально должен так пугать вас. Так, давайте поищем вас. Малявки. Ой, я только что видел возле окна, кто прошел. Кабан какой-то. Ой. Назар тоже что же ищет? Так что думал, найдет нас. Песочница. Так, это Димас карта Балди, да? Да. Хорошо. От слова балдеть. Балди. Хорошее слово. Балди же. О! Ты колобака, извините, что крикнул. Это взял марионетку и со спины меня убил. Блин, я испугался. Все. Кто у нас первый ищет? Назарт? Да, Назарт. Что, и Серегу нашли? Да, меня он нашел. Нет, давай, Димон, я хочу поискать, а потом уже Назарт. Так, а я еще. О, я возьму крячку свою. Крячечка, бежи, давайте, ребята. Блин, а так прикольно бегает, жопа шевелит. Так, все, нашел место, где спрятаюсь. Давай, ищи. Все, ребята. Одна секунда, раз. Все, я иду искать. Раз. Убийца выходит на охоту. Люблю этот момент, когда я власть чувствую, и все меня боятся, и я иду мочить. Для начала мы оббежим вокруг школы. Это раз. А два? Два, найдем тебя. Я в таком месте, в котором ты меня будешь очень трудно убивать. Да. Не, хотя надо было... Да, может быть. Я согласен с тобой, что я мог долго искать. Но, надеюсь, ты на В никуда не залетел? Нет. Забежал только если. Так, ты собачачина маленькая. Значит, Карлик, ты что-то где-то сидишь. Блин, ну найду сейчас. Я ж быстро буду искать. Во! Вот здесь ты, по-любому. На, Сережка! Блин, а я эту комнату-то не видел ни разу, я случайно в нее зашел. Блин, вот классная нычка еще была, здесь в полочках можно заныкаться. А ну позаглядывай, может у Димона-то сидит? Я пытался в полки залезть, Димас. Нельзя, да, туда залазить? Да. Да, в Team Fortress нельзя всякие полочки залазить, поэтому она очень оптимизирована, вроде бы. Да. Давайте, что, ищите. Все, Димон, разгоняюсь, ищу тебя. Блин, так хочется найти. И я найду. Постараешься найти или сможешь? Да.
О, это кто у нас? Сережка. Да-да-да, это я. Хотел уже второй раз Балди замочить. Бенди, то есть. Кто там стреляется? Так, здесь. Даже не знаю. Вот тут ты за спинками где-то сидишь. Нет. За спинками? Ну, я так думаю, я бы так заныкался. Так как мест нету, на стуле за спинкой сесть где-нибудь в классе и сидеть там. Угадал? Нет. Блин. Я слышу выстрелы, Димас, ты слышишь? Да я бегаю со всей силы, эта крячка никого найти не может. Там сейчас такие взрывы вообще дикие происходят. Меня там ты нашел? Нашел. Так значит, ты и их найдешь. Найду. Накажу. Найдешь. Аниматроника превращу. Блин, не, все-таки мне кажется, Димон на улице. Ну сейчас еще здесь пройдусь. Но он на улице. У меня такое ощущение, что он все-таки на улице зашкерился. И сидит там. Без спросу. Прогуливает занятия. Нема? Ну, Дима, я тебя увидел, я тебя не мог с первого раза убить. Хотя посмотреть, как ты будешь реагировать. А ты ржешь постоянно. Блин, Димон, я бы тебя честно не увидел, если бы у тебя был другой цвет собачачин. Ты сильно выделялся среди полов. Я понял. А так прикольно, нычка такая зазорная. Ну, не позорная. Я понял. Так, кого мы не нашли? Назарда. Назардина. Ой, Назар. Назардина. Где ты прячешься? Мы самого громкого и не нашли. Я тут такую красивую дорожку сделал, но она насрал? Исчезает. Бежал и бежал и срал. Такую дорожку красивую сделал. Вот там стрелял, взрывал, а нашли меня. Как так? Бежим, бежим. Нормально? Искать его. Скрайбэби и крячка бегут на помощь. Я быстрее тебя, что ли? Нет. Так. Так. Сюда. Где-то здесь, значит. А, кстати, точно, он где-то вот тут может шкириться, за пальмами. Ну, не за пальмами, за елками. За пальмами. Я в здании. Ребята, это похоже на пальму. Ну, это русская пальма. Русская, да. Блин, я его слышу, но не вижу, где именно. Он, может, клоак прописал, не? Опа-на. Ой. О, всё, есть? О, аниматроник как раз зашел. Так, 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 так. Ну что, заныкались? Да. Нет. Я нет. Карта не очень такая тонычками богата. Надо что-то выдумывать на ходу. Но есть сюда выход ситуации, очень можно классно заныкаться, при этом не спалиться, но это невозможно. Нашел, место отличное. Все. О, что за собака нелегальная? Все, ищи нас. Ой, ё-моё. Ладно, все, я спрятался. Давай, ищи. Давай, Назард. Ищи. Банали. Ищу. Взял, сломал двери. Так, он пошел вовнутрь, пацаны. А ты где? Я внутри. Спалился, молодец. Не. Я могу сказать что угодно специально, чтобы вы подумали, что угодно. О, конечно. Да сейчас тебя найдут первого и будешь мне звал мне в свою нычку плохую. У меня вообще топовая нычка. Нет. Да. Блин, классно, облака плывут на небе. Так. Меня найдет ровно никто. Он ломает стены. Тихо, тихо, ребята, давайте выглянем. Никого. Так. Телевизор. А? Назар, ты вроде же говорил, что хорошо ищешь. Лучший искатель в мире. Лучший искатель в мире. Ровно 1000 лет назад. О, голубь. Блин, ну ладно. Я думал, он её не видит. Ты просто на видном месте так запрятался, а он меня увидел. Почти спали. Хорошо. Я возьму тогда. Кто здесь сидит? Я не могу его кликнуть. А чё? Ебой.
Во! Блин! Где Серега, там и Димон. Так. Димон? Не, я перепрятался. Все, Димончик. Вышел убийца искать и кого-то немножко нагибать. Что, найдешь меня, Димас? Конечно. Тебя как испугать? Нет. Быстро или медленно? Очень быстро. Че, не найдешь? Найду. Димон, он не убивает, это тебя, челик. Я жал, у меня чуть пальцы не разломались, а я не смог тебя убить. Я обосрался. Классно, да, перед тобой появился? Я офигел. Ребята, ставьте лайк. Димас, ты меня напугал очень сильно. А про чаечек? О, здрасте. Блин, я прям на тебя нацеливаюсь. Димон, я прям подошел на запись, прям в голову тебя долблю. Как молотком. Ну, ребята, я это сделал. Сразу видно, поставили лайкосик, и я его убил. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте в Спотерпу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения, и всем пока.